В Центральной городской библиотеке состоялась встреча студентов и жителей нашего города с самодеятельным художником Геннадием Петровичем Веривским. Общение проходило в неформальной обстановке. Желающие смогли задать все интересующие их вопросы. Геннадий Петрович, в свою очередь, охотно и развернуто на них отвечал. Сегодня у жителей нашего города есть просто возможность не просто посмотреть эти работы, а пообщаться с художником, задать ему волнующие их вопросы. Такая экспозиция картин в библиотеке далеко не первая. До этого устраивались просмотры известных городских художников, учащихся художественной школы. И всегда интерес к подобным встречам очень пристальный. На выставке картин Геннадия Веривского было представлено немного работ. Однако все они очень живые и лиричные по своему содержанию. Большинство картин изображают природу. В основном все, что показал художник, это его любимые места, удивительные по своей красоте. И вот уже начиная с 96 года я потихонечку так вот зимой, когда время есть, сижу и пишу. Ну, пишу почему природу? Потому что она мне нравится. Есть у меня картины на морские темы, это потому что я когда-то служил на Северном флоте. В настоящее время Геннадий Петрович на пенсии. Летом он занимается огородом, ходит на рыбалку и охоту. А зимой все свое свободное время он посвящает написанию новых пейзажей. Окружающие говорят, что с течением времени его картины становятся все интереснее и обаятельнее. Поэтому ждут от него новых, еще более завораживающих работ.